смотри. Я так, я все писаю. Какой ты хочешь? Кожанцы сделать? Окей. Ой, так. Там я фото. Я идем? Серый бой, ну хай. О, две ведьмочки. Идем. Где ваша метла? Где ваша метла? Туда. Давай так чуть-чуть. Давай так, темпе, темпе. Девочки, а где ваша метла в натуре? У нас кавказский рядом мужчина. Зачем нам метла? Нас подвозят. У вас счастье, что нету метла, потому что рядом кавказский мужчина. Потому что взял бы эту метлу и отметелил бы вас. Идем. Вдвоем? Да. Я уже не пойду. Что? Смотри, сейчас снимем вот эту композицию, дальше пойдешь переоденешься, пошли. Тебя я еще не фоткаю. Ладно, сейчас я ее одну, а потом отбавим. Встань здесь, пожалуйста. Посреди вот здесь пенечек такой маленький. Да, вот такой сюда и назад. Стоп. Голову чуть ниже. Ниже в голову, голову все вот так. Тест. Нормально. Гелядим. На меня глаза. Зацени. А теперь вместе. Две ведьмы. Катерина. Катерина. На какой мне? Туда в сторону? Я и так выставила. Да, ты видишь, да. Ich begrüße alle für den Dastobi-Maschine in Zeinhof. Alte da. Ich nahe Zeinhof. Раз, два, три. Девочки, замри. Еще раз. Что стать? Что сделать? Так, одну руку ей сюда положи, вот так. Да. Ты на него смотришь, а ты на меню смотришь. Вот так. Опа, молодцы, девчата. Просто супер-пупер. Девчат, держите, держите кадр. Я солнышко между вами ловлю. А где солнышко? Кто знает? Солнышко. Впереди. А можете правее чуть-чуть пойти? Вон там. Ой, как они еще и поэта позвенели, постучали, как кости. Там сейчас уже, наверное, свет идет. Поэтому я говорю, нам надо быстрее. Мне Милана еще нужна. Милана будет уже сегодня. Там. Но мы будем импровизировать, будем без Миланы. Там просто, знаешь еще? Там эти ступеньки, они, конечно, клевые, но они узкие. И там люди ходят постоянно. Значит, попросим, чтобы никто не ходил. Ты расслабилась? Мне кажется, ты не расслабилась. Нет, я пока не закончу, не расслабилась. Там ям нету впереди? Есть, конечно. Есть ямы? Да, такие большие, 2 метра. Это хорошо. Спасибо, утешила. У нас теперь еще будут видеоотсчеты? Да. Пошли потихоньку, не спеша.
Даженька, не уходи с солнца! Вау! Девочки, подойдите ко мне, так вот вместе с фоткам. Так это везло. Да. Почему вы решили, что я буду фоткать? Хорошо, хотя бы снимете дизайнера с ее моделями. Да, видео есть. Я, конечно, могу и это, и щелкнуть, но кадр будет плохой. Ты ждешь очереди? Ты очередь ждешь? Нет, я жду место. А можно мне эти ноги, ступни-то показать? Ты снимаешь? Я, конечно, снимаю. Вот. Просто на шоке. Как тебя зовут? Даша. Деденька, вы только видео снимаете? Из принципа. Почему? А вот так вот, вот такой вот я сегодня. Так классно потом это видео смотреть. Ну да, если хочешь. Меня, пожалуйста. Ссылочку? Да, ссылочку. А не съешь? Вы уже не надеялись? Промазали. Не-не-не, на это, на самый верх. Попробуй. Так, чтобы ты могла упасть вот на эту ступеньку спиной. Только спина. О, может, надо было тоже наоборот. Так, Валентин в кадр залез, закрыл ноги красивые. Туда. Спину смотри, спину береги. Садись на нее. Может, на нее? Абсолютно. Садись. На нее. Абсолютно. Ты балласта будешь работать. Попробуй Ну подожди, а как я так лягу? Я же упаду. Так вот я и говорю, что давай, я тебя дотронулся. Вот так. Вот так. И ага, Бетти, голову опускаешь вниз. Украшение. Ну да. А ты как вообще нормально выглядит? Мне кажется, это очень... Я буду очень напряжена. А ну еще раз. Что за наклеенные ресницы? Ну почему не надо клеить? Да, приклеим. Я вообще не понимаю. Где ты так лапнулся? Бликует. Лёр, где мой сын? Лёр, сумка моя.